Так, народ, сейчас начнется шоу, будет сказка. По идее, оно уже должно начаться. Ну, по местным часам там еще 2 минутки вроде бы как. Поэтому... В некотором царстве, в некотором государстве, в царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему жили-были царь с царицей. Любил царь, чтобы и платье у него лучше, чем у других было сшито, и посуда хитрее расписана, и дворец резьбою украшен. Но вот захотелось ему чего-то эдакого. Доброго здравия, народ честной! Здравствуй, царевна моя благоверная, лебедушка белая! И ты здрав будь, царь-батюшка! Посылал я гонцов по чужим землям, по дальним сторонам за 3 9 земель. Искали они чудо заморского, чтобы народ потешить, да тебя, царевна, удивить. Объехали они весь свет, долго ездили, много видели всякой всячины, и сыскали за синими морями, где красно солнышко восходит, чудо чудное. Не томи, свет, государь, смотри, народ собралось, что дорог, и многое множество. Покажи скорее, что за небе да этакую сыскали твои концы. Ну, девиз, лебедушка.